На минувшей неделе в области отметили сразу несколько праздников. Особенно широко гулял Кингисепп. Там День России совпал еще и с Днем города. 631-й день рождения отпраздновали шествием, митингом, концертом и игрой в городки. А это кадры из Ладейного поля, флешмоб на главной городской площади. Россия – это мы. В Гатчине этот день отметили пробегом по аллеям истории. Во Всеволожске не бежали, а ехали на велосипедах, и причем массово.